И вновь приветствуем. Началось действие не совсем там, где я ожидал. Но в этом, полагаю, нет ничего страшного. Так как все нужные дела были завершены за шаг до этого, можем переходить непосредственно к заданию. Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежным. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Эх, чую, провалю я это задание. Конечно, постараюсь сделать все красиво и аккуратно. Но что-то подсказывает, что не с моими навыками. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Как он вообще ухватил? Сильными, сильными, как Салахаддин. Зачем вообще вести себя так? Что-то понравилось. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Может, этому безумию есть объяснение? Здесь вы найдете... Совершенно неподозрительное поведение. Ой, стражник, привет. Лучше там, а ведь помню, найти. Читал несколько дней назад, что с какой-то стороны там со стражником проще. Где-то можно подняться, где-то спуститься. Ладно, продолжаем. Может, тебя заинтересует вот это? Так, где-то я уже неподалё. И что, прыгаем? Неподалёку. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Так, это враг. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Не совсем понимаю. Где цель? Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Эй, я не могу ничего сделать. Что за дела? Понимаете, у меня совсем ничего нет. Пожалуйста, господин, подайте. Пойми, это он или нет? Почему я не могу его выделить? Подайте пару монеток. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Что ж такое? Ну, совершенно неподозрительно, да. Подайте хоть чуть-чуть. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время.
Так говорят лентяи или неумелые? Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? А! Да я только начал. Нет, нет! А! Ой! А! Ай! Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. А где цель-то? Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Да не бегай передо мной, убью. Просто ужасно. Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. Эх, а нельзя было не палиться. Подходите, смотрите мой товар! Решил обратиться к вам. Смотрите, вы останетесь довольны! У меня много разных товаров, даже слишком много. Что-то понравилось? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Я прошу всего лишь пару монет. Хоть что-нибудь. Нравится. Для больной, голодной и нищенки. Может, я, конечно, не самый лучший момент выбрал. Здесь для все, больной, что нужно. Голодной и нищенки. Как странно. Ох уж мне эти стражники есть тревожные. Я так понимаю, мне надо... аккуратненько более-менее добираться до убежища, чтобы никого на хвосте не привести. Не хотел собирать, но раз уж поблизости. Ну, насколько я понял, значит, те задания, которые я считал дополнительными, по сути являются основными. Так позволяет Альтаиру заранее сообщить своему координатору, что он вызнал и что собирается делать.
Будем знать. В принципе, так, конечно, не планировалось, что каждое знакомство с городом будет начинаться со сбора информации. Но нас даже официально к этому подталкивают. Эх, я думал, спрыгнет. Хорошо. Сдаем задание. До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Не скажете мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки, неделя. Уже 6 дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Ладно, не будем надоедать. Стоп, что? Ладно, странно, что так открыто лежит. Люси, Лейла. Ладно, пока что мне это ни о чем не говорит. Стоп, а там есть доступ или нет? Но, по крайней мере, знаем, что какой-то доктор. Возможно, даже тот, с которым мы... Окей. Скажем так, что это можно было ожидать. Но все равно странновато выглядело. То есть других вариантов нет, да? Эх, давайте посмотрим. Бегать он не хочет. Поэтому получается, что медленно ходим, осматриваемся. Ну, сюда нас не пустят. Да и не очень-то хотелось. Ну, отдыхать, прилечь. Так, ну, начать я сам это не могу. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? Ну, то есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого?
Да, пожалуй, это не для вас. Парень, камень свой огород, да и мой тоже. И что предлагают делать дальше? Еще раз поговорить? Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, ну, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго – одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что анимус – это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже, у вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонд, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. О, надо же. В прошлый раз, значит, можно было тоже уболтать ее немного дольше. Ладно. Ну, здесь ничего нового. Только так называемая секретная информация. И ничего толком не сказано. И что мне это дало? Да по идее ничего. Так, вернуться мы не можем. Можем пройти к себе в комнату. А, еще полностью. Ты не устал? Ладно. Значит, я все-таки исчерпал лимит диалога. Меня, так сказать, загоняют в эту комнату. Впрочем, нет гарантии того, что... Что он собрался делать? Надеюсь, он в эту сторону? Нет. Все-таки кровать. Шкаф? Нет. Хотя, ну-ка. Дьявол, даже не переодеться. Нет, все так же. Отвлекаться даже не стану. Ладно. Я думал отдохнуть, значит, ноги поразмять. А тут уж следующее утро. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Да-да. Проснись и пой. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался. Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским. Все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Извините, я опоздала. Мы готовы? Да, готовы. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты.
Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Ладно, пойдем попрактикуемся. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Ну, разумеется. Меня ведь даже не спросят. Великолепно. Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Так, ну, в принципе, как обычно. Понимаю, у тебя много дел. Так, направляемся в следующий город. Попутно надо будет еще смотреть места для обзора. И если говорить откровенно, у меня же горло пересохло. И особых идей того, о чем можно поговорить, пока мы бежим куда надо, как-то не приходит. Поэтому, если я буду долго молчать, прошу меня простить. Интересно, куда это он? Он что, совсем идиот? Куда он пошел? Я! Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности.
Пожалуй, я все-таки сначала обойду все возможные наблюдательные точки. О. Да! От кого он бежит? Prévenez-moi si vous l'apercevez. Сказать, что меня слегка настораживает наличие здесь подобных стражников, это преуменьшить. Надеюсь, все-таки это просто ребята, которые пришли сюда с королем. Ибо если это тамплиеры, мне немножко каюк. Нет, не реагируют сразу. Значит, наверное, просто люди короля. Я просто безобидный вооруженный монах. Не подходим ко мне, не смотрим на меня, не обращаем на меня внимания. Немножко не то, что я ждал, но по крайней мере они на меня не набросились, что уже радует. Хорошо, идем осматриваться. Шесть 12, половина завершена. Так, что мы видим? Так, скорее всего, пойду к Акре, а потом уже мимо Иерусалима сделаю небольшой круг. Ну, как раз думаю, успею. Главное, чтобы не столкнуться с тамплиерами. Это, кажется, не моя лошадь. Ну ладно, выбирать не приходится. И я успел забыть путь. Так, нам налево. Так, спокойно. Не совсем то, что я собирался сделать. Как спуститься? Лошадка! Они лошадь убили одним ударом? Так, стоп, я в здании. Я рад за вас. А как мне теперь выбраться? Так. Кажется... Этот визит в Анимус придется завершить несколько раньше, чем планировалось. Что тут сказать? На этом пока что все. Попробую найти способ выбраться из сложившейся ситуации.